Всем привет, сегодня тренируемся на вот эту площадку. Вот сегодня тренировочка с этим парнем. Максим, поздоровайся. Здорово. Здорово. Здорово, Хрис. Ты шо, здорово, как Ван Дам? Все, Ван Дам поехал по новой. Вам дам, тем дам, всем дам, блядь. Сейчас будем делать джим вот в этом тренажере. Да что, да? Вот, у тебя не соточка, чтобы лежать. Надо исправлять. А, шикарно, только солнце светит в глаза прям. Макс, на гречке или на химии? Давай, давай. Ебать, насколько? Хорош. Все, вот Макса рабочий подход. Будем делать тягу в наклоне. В этом тренажере, блядь. Ну, Максику нельзя, у него, говорит, спина больная, картошку, говорит, не посадит. Так как Максу в наклоне нельзя делать, он делает вот такие подтягивания. В общем, упражнения у нас брусья идут. Сейчас будем делать брусья. Заканчиваем тренировку груди, спины. Остаются только руки. Да ну, блин, по-любому. Thank you.
поднялся, да? Нормально так, кабанчик такой за зиму. Давай, оп. Мопа, привет! Вот здесь, да, тоже хорошо работает трицепс. Макс, мы так точно накачаемся? Да. Если нет, я на тебя заявление напишу, блядь. Он после всего этого хочет еще пожать сотку. Вот мы посмотрим. Пожмет он после всей тренировки еще соточку. Да, вот посмотрим, да, и снимем, скажем. Он сейчас трицепс убивает, а потом хочет пожать сотку. Попробуй руки чуть вперед. Короче, он решил слиться, не доделать бицепс. И хочет пожать сотку. Но мы так не договаривались. Мы договорились полностью тренировка, а потом сотка. Похуй, битки так битки. Че говоришь? Битки так битки, давай. Куда пошел? Что здоров, гляньте, блин, здоров какой. Сколько у тебя вес, Макс? 64 килограмма. 64 килограмма, с ростом? 1,68 м. 1,68 м. Ты что, сейчас у тебя банки будут. Сейчас все увидят твою банчуху. Подходик. Конечно. Короче, вот такая у нас получилась тренировка сегодня. Подписывайтесь. Да, и сейчас мы пожмем сотку. Вот этот парень будет жать сотку. Будет готовиться пожать соточку. Оп. Не, ну здоров, прям меры нет. Для своего этого 64 килограмм просто огромный. 64, я правильно сказал, Максим? Да, да, да. Пожал, пожал. Да, видели, что вот соточку он пожал. Ну-ка еще разочек форму покажи свою. Смотрите, здоров.